заключается в том, что здесь, приобретя икону в храме, вы сможете приложить ее к саркофагу святого Николая, помолиться за себя и за своих близких. Монастырь Италия и город Бари. Я обещала вам показать спас нерукотворный, 16 век, ручная работа, а также видеозапись, когда священники высших санок приезжают сюда на ревизию, проверять, чтобы не было ширпотреба турецкого разлива. Понятно, да, о чем я говорю? Все консультанты получили обучение, благословение. Быстренько вам помочь разобраться, что именно нужно вам. Если... Ко мне подойдет. Будник благословляет имя Иисуса Христа.